дроп-фриз «Мельница» — это лишь часть элементов, которые за минуту успевают продемонстрировать судьям юные брейк-дансеры. Со всей области их собралось около сотни. Баттл определяет сильнейших — ребят от 5 до 16 лет. Нет, не первый раз. Судить было несложно. Ребята все достойные, все, кто поедет. Большинство брейк-дансеров на танцевальный ринг выходят впервые, но среди участников есть и ребята с опытом. В Эстонии в 2018 году мы с командой совместно с Гомелем заняли второе место среди всех команд. В Латвию ездили в 2x2 до 12 лет, тоже заняли второе место со своим другом из Минска. Много было тут побед, в Минске. Наравне с парнями на танцпол выходят и девушки. Марго всего 10 лет, но она уже даст фору любому, даже опытному бибою. Это было трудно, но мне помогал мой тренер Степ. Я всегда что-то советовал. Я просто увидела это на Ютубе, можно сказать. Вот, просто видела, мне понравилось, и я решила ходить. Фестиваль — это же всегда праздник, правильно? Детки танцуют, особенно когда свои ученики выигрывают. Ну, здорово все. Как говорится, фестиваль прошел, сегодня в ресторан. Финал чемпионата Беларуси по брейкингу состоится в Минске уже через месяц. Могилевская область представит 12 бибоев, каждый в своей номинации. Им предстоит встретиться с сильнейшими танцорами со всей страны.